Русский язык. Раздел 3. Моя семья и друзья. Тема урока – буквы, слова, правописание и грамматика. Второй класс. Кульмагамбетова Баян Нурлановна. Учитель начальных классов Назарбаев интеллектуальной школы города Кокшетау. Цели урока. Писать незнакомые слова, используя знания фонетики и изученные правила правописания. Читать бегло с опорой на часто употребляемые слова. Читать и различать предложения по интонации, определять границы предложений, пополнять словарный запас при чтении с пониманием. Использовать слова в соответствии с их числом и родом. А сейчас мы с вами настроимся на урок. На улице осень, отцвели все цветы, опали листья. Но давайте мы перенесемся в наш класс и представим, что наш класс – это большая цветочная поляна. И вот сейчас вы возьмите один из цветочков и прикрепите и украсьте наш класс, нашу цветочную поляну. Там, где вам понравится. Ребята, вам понравилось, как красиво в нашем классе стало? Ну и пусть так будет всегда. Начнем мы урок наш с пальцевой гимнастики. Загибаем пальцы обоих рук, начиная с больших. Папа, мама, брат, сестра, а мизинчик – это я. И сейчас мы с вами напишем красиво букву «Я» заглавную и строчную. Посмотрите, пожалуйста, на образец и скажите, сколько и каких букв надо написать, чтобы получилась семья. Правильно, 7 букв «Я». Напишите, пожалуйста, эти буквы по образцу. А сейчас подумайте и ответьте, что такое семья? Правильно вы считаете, что семья – это близкие люди, это родственники, это те, кого мы любим. Это те люди, с которыми мы живем в одном доме. Сейчас я вам загадаю загадку. Вы прослушайте внимательно и скажите, что это за часть речи. Люблю я очень называть в грамматике предметы и на вопросы отвечать, ведь я сама ответы. Вопросы эти – что и кто? Без них не может жить никто, а кто на них дает ответ, тот называет вам предмет. Так что же это за часть речи? Верно, это имя существительное. Ребят, подготовьтесь к блиц-опросу. Сейчас мы с вами ответите на мои вопросы. Думаем быстро, отвечаем быстро. На какие вопросы отвечает имя существительное? Правильно, имя существительное отвечает на вопросы «кто?», «что?». Что оно обозначает? Имя существительное обозначает предмет. На какие группы делятся имена существительные? Верно, имена существительные делятся на нарицательные и собственные. Какие еще бывают имена существительные? Имена существительные бывают одушевленные и неодушевленные. А как можно определить род имени существительного? Вы правильно думаете, что имена существительные относятся к женскому, мужскому или среднему роду. Если к существительному можно поставить слова «он мой», то существительное – мужского рода. Если можно подставить «она моя», то женского рода. «Оно мое» – среднего рода. Сейчас запишите пословицу «при солнышке тепло, при матери добро». Подчеркните орфограмме в слове «тепло» и «добро» и подумайте, как их можно проверить. Какая безударная гласная в слове «тепло» и как ее проверить?
Верно. В слове «тепло» безударное гласное «е». Проверочное слово «теплый». А какая безударная гласная в слове «добро»? И как ее проверить? В слове «добро» безударная гласная «о». Проверочное слово «добрый». Ребята, а как вы понимаете эту пословицу? В чем ее смысл? Правильно, мама греет, как ласковое солнышко, и своей заботой, и теплом, и любовью согревает нашу душу. Сейчас мы с вами поиграем в игру, которая называется «Живые стены». Работать мы будем в группах. Сейчас вы возьмете рассыпанные пословицы и составите пословицы из слов в четырех группах. Задание будет такое: списать любую понравившуюся пословицу, можно ту, которая подходит именно к вашей семье, и объяснить смысл своей пословицы. А сейчас, ребята, мы поиграем в игру «Живые стены». У нас на стенах развешаны слова. Сейчас вы возьмете эти слова и распределите их в три группы: мужской род, женский род и средний род. Первая группа сыграет слова мужского рода, вторая группа женского рода и третья группа среднего рода. Итак, пожалуйста. В первой группе у нас относятся слова мужского рода. София, прочти их. Дедушка, дядя, сын, внук, брат, папа. Почему вы решили, что это слова мужского рода? Потому что к ним можно подставить местоимение «мой». Он мой, да? Вторая группа женского рода. Прочти слова, Аделия. Тетя, мама, сестра, дочь, бабушка, внучка. Так, Аделия, почему вы решили, что это слова женского рода? Потому что эти слова, они относятся к женскому роду. Как это доказать можно? К этим словам можно представить местоимение «моя». И третья группа собрала слова «солнце» и «семья». Так, докажите, что эти слова среднего рода. Пожалуйста, Ярослав. У нас семья неправильно. Семья неправильно. А почему? Куда нужно отнести это слово? Надо в женский род здесь. Так иди исправь, пожалуйста, ошибку, Ярослав. Она моя. Правильно, она моя, хорошо. Так, к женскому роду относится. Молодцы. Никита, докажи, что это слово «солнце» среднего рода. Потому что средний род, оно мое. Ребята, а какое слово здесь лишнее, как вы думаете? Я думаю, то, что лишнее слово «солнце». Почему? Потому что оно не относится к семье. Все слова. К какой теме относятся? Эти все слова относятся к семье. А к теме «семья», а слово «солнце» не относится. Вот с чем вы бы ассоциировали это слово? Как тебя обнимают нежно. Кто же вас обнимает нежно? Мама. Мама, то есть ассоциация со словом «солнце» – мама. У вас есть рассказы, которые вы подготовили о своей маме. Пожалуйста, возьмите эти рассказы. Из-за жестов не делают женщин красивыми. Моя мама умеет вкусно готовить еду. Для меня самое лучшее на свете. Я горжусь своей мамой. Мой близкий человек. Мамина ласка, тепло окружает меня с моего рождения. Моя мама самая любимая и лучшая. У меня Адели и добрые мамы. И то, что у меня и Полина, мама очень вкусно готовит. Я еще заметила, что у меня и у Нурсултана мама, ей 28 лет, а у моей 29. Так, хорошо, они почти ровесницы. А что вы узнали о маме вашего соседа? Я узнала о маме Асылхана, что мама Асылхана, она добрая, счастливая, и что Асылхан любит свою маму. Пожалуйста, давайте украсим наше солнышко лучами ласковых слов. Сивая, золотая, счастливая, хорошая, красивая, добрая, милая и золотая. Так какой же вывод мы можем сделать? Верно. Вывод такой –
Мама, она как солнышко, всех согреет своей любовью и заботой, а ее улыбка, словно солнечные лучики, ласково дарят нам теплоту. Какие же слова вы записали на лучиках солнца? На лучах солнца вы записали следующие слова. Добрая, ласковая, милая, заботливая, умная, счастливая. И все эти слова вы написали о маме. На какие вопросы отвечают все эти слова? Правильно, эти слова отвечают на вопрос «какая?». А как называются эти слова? Вы не знаете пока, как называются эти слова? А что же обозначают эти слова? Эти слова обозначают признаки предметов и описывают этот предмет. Как вы думаете, какая цель нашего урока сегодняшнего? Да, вы правильно думаете, что мы узнаем, как называются слова, обозначающие признаки предметов. А сейчас мы немножко отдохнем. Хорошо, что солнце светит. Хорошо. Хорошо, что дует ветер. Хорошо. Хорошо идти с друзьями. Хорошо. Хорошо прижаться к маме. Хорошо. Хорошо в родном краю. Я предлагаю вам два рассказа о семье. Рассказ первый. Прослушайте. В семье Васильевых готовятся к Новому году. Папа поставил в комнате елку. Дима вешает на елочку игрушки. Маша вырезает снежинки. Мама печет пирог. Бабушка с дедушкой любуются своей семьей. А теперь слушайте рассказ второй. В семье Васильевых готовится к веселому Новому году. Папа поставил в большой комнате красивую елку. Дима вешает на елочку новогодние игрушки. Маша вырезает бумажные снежинки. Мама печет праздничный пирог. Бабушка с дедушкой любуются своей дружной семьей. Какой же текст вам понравился больше? И объясните, почему? Многим из вас понравился второй текст больше. И вы правильно объяснили, потому что он более точнее описывает предметы и людей. В нем есть слова, описывающие признаки предметов. Это такие слова: веселому, в большой, красивую, новогодние, бумажные, праздничный, дружный. Что эти слова придают нашей речи? Верно, они делают нашу речь ярче, полнее и выразительнее. Итак, это слова, обозначающие признаки предметов. Эти слова называются именами прилагательными и отвечают на вопросы «какой», «какая», «какое». Имена прилагательные украшают нашу речь, делают ее точнее и выразительнее. Как вы думаете, почему в этом рассказе семья названа дружной? А у вас дружная семья? Докажите, что это текст. Да, это текст, потому что все предложения связаны между собой по смыслу. А как его можно озаглавить? Этот рассказ можно назвать так – «Семья». Или же конкретно идет речь о семье Васильевых. Можно назвать «Семья Васильевых».
Какое заглавие, по вашему мнению, лучше? Семья или семья Васильевых? Конечно, этот рассказ лучше назвать «Семья Васильевых», так как в нем конкретно говорится о дружной семье Васильевых. Сколько предложений в этом тексте? В этом тексте 6 предложений. Найдите и выпишите предложение о папе. Найдите одно предложение, напишите одно предложение о своей семье, изменив имя. Вы верно выписали предложение. Папа поставил в большой комнате красивую елку. И Ярослав зачитает свое предложение. Ярослав вешает на елочку новогодние игрушки. То есть Ярослав использовал свое имя. А теперь подчеркните имена предложения, о имена прилагательные в этих предложениях. Правильно, это слова «большой», «красивую» и «новогодние». Как вы можете выразить любовь к своим родителям на уроке русского языка? Да, вы можете написать больше признаков, которые характеризуют наших милых родных, признаться им в любви. Ну и соответствующее вам задание. На листочках у вас написаны слова «мама», «папа» и «семья». Вы должны будете записать как можно больше слов, называющих признаки этих предметов. То есть «мама», «какая она?» И перечислите все признаки. «Папа», «какой?» «Семья», «какая?» Вот что у вас получилось. Молодцы! Мама какая? Милая, добрая, ласковая. Папа какой? Умный, сильный и крепкий. Семья какая? Дружная, веселая и большая. У многих слова повторились. А теперь ответьте на такой вопрос. Кто любит проводить выходные дни вместе со своей семьей? Как вы их обычно проводите? Сейчас мы проведем формативное оценивание, и вы получите задание творческого характера. У каждого из вас на парте лежит текст с пропущенными словами. Нужно ставить слова, называющие признаки предметов. Весь текст записать в тетрадь. Вот такой текст. Выходной день. На улице какая-то там погода. Мягко падает снежок. Наша семья решила отдохнуть. Допишите, где и как. Вы справитесь с этой работой, если правильно напишите пропущенные слова. И запишите текст красиво в тетрадь. Ребята, какое бы вы придумали задание к этому тексту? Да, можно продолжить этот текст, можно подобрать к нему заголовок, подобрать соответствующую пословицу, придумать загадку о выходном дне, придумать стишок о выходном дне и так далее. Вот сколько заданий можно поставить к этому тексту. Кроме того, что вы вставите слова, обозначающие признаки предметов, сами выберите одно из предложенных заданий и выполните его. Задания следующие. Продолжить текст, подобрать заголовок, подобрать пословицу, придумать загадку о выходном дне, придумать стишок о выходном дне. Одно из заданий. Критерии оценивания будут следующие. Вы должны уметь подбирать правильные слова, описывающие предмет. Правильно описать окончание имен прилагательных. Выполнить задание творческого характера. Логически продолжить текст, уметь подбирать точный заголовок, подбирать пословицу, раскрывающую смысл текста. Использовать свое воображение, творческое мышление при сочинении стишка, загадки по теме данного текста. Ну и домашним заданием у вас будет такое. Вы должны будете придумать синквейн, пятистишье,
на тему имя прилагательное. Первая строка будет это одно слово существительное. Вторая строка два слова, описывающие предмет, это прилагательные. Третья строка три слова, описывающие действие, это предмет этого предмета, это глаголы. Четвертая строка предложение из четырех слов, описывающие отношение автора к этому предмету. И пятая строка это синоним к первому слову. Ну и в завершение я бы хотела вам прочитать вот такое стихотворение. Прослушайте его. Называется оно «Отчий дом». Что может быть семьи дороже? Теплом встречает отчий дом. Здесь ждут тебя всегда с любовью и провожают в путь добром. Отец и мать, и дети дружно сидят за праздничным столом. И вместе им совсем не скучно, а интересно впятером. Малыш для старших, как любимец, родители во всем мудрей. Любимый папа, друг, кормилец, а мама ближе всех родней. Любите и цените счастье, оно рождается в семье. Что может быть ее дороже на этой сказочной земле? Ну а теперь давайте подведем итог. Чему же вы научились? С какой частью речи вы познакомились? Что вы расскажете дома о сегодняшнем занятии? И давайте нарядим нашу елочку, но игрушками определенного цвета. Если вам на уроке было все понятно, то украсим елочку нашу шаром красного цвета. Не все было понятно, то мы возьмем желтый шарик. А если совсем ничего не понятно, то синего. Спасибо за урок.